это уже мудро. То есть, когда мы используем определенные позиции рук, ног, туловища, глаз и всех остальных органов. Я еще вас хочу на всякий случай, для того, чтобы музыка была, на всякий случай немножко смягчить пространство. Есть очень красивая хаста, она нравится и мужчинам, и женщинам. Вот такая. Чем она полезна? Она по-русски называется Алла-Падма. Красиво звучит, да? Алла-Падма, цветок лотоса. А то, что такое лотос, вы знаете? Вот когда вы вот так делаете, пространство сразу меняется, успокаивается. Оно имеет очень хорошее применение в доме нашем. Когда кто-нибудь из ваших близких начинает не по делу ругаться, вы просто сделаете вот так. Очень хорошо. Проверено. Я, например, замужем уже 36 лет. Мне говорят, такого быть не может. Как вы этого достигли? Я говорю, вот так. Поэтому имейте в виду, что это действительно, это каста вот такая, видите. Она успокаивает пространство, и она его трансформирует. Я вам сейчас не буду читать лекцию. Я хочу вам просто показать, уже там я вам хочу показать несколько каких-то фрагментов, которые связаны со стихиями. И еще я вам хочу показать одну вещь, тоже в связи с хастами, которая активно работает с асаной, которую мы все очень любим, наверняка вы очень любите. Во-первых, вот Абхуджангасана, да, вы уже знаете, Абхуджангасана – это поза вот кобры. Так вот, для кобры у нас вот, вот такое. А дальше вот так. И вот когда вы это делаете, это хаста для свадхистаны. Кобра – это прежде всего работа со свадхистаной. И поэтому вот эта хаста, вот этот как бы, фрагмент, он как раз трансформирует и успокаивает, и не просто успокаивает, а он еще выстраивает определенным образом пространство. А сейчас, пожалуйста, можно, да? Музыка совсем не индийская, музыка моя любимая. Она исполняется ансамблем Dead Can Dance, наверное, вы многие знаете. Можно?